Более 400 граммов курительной смеси из незаконного оборота изъяли омские оперативники. По данным УМВД и УФСБ России по Омской области, несколько минут назад этот мужчина взял товар из тайника закладки. На первый взгляд, обычный прохожий, по версии следствия, продавец курительной смеси «Спайс». Месяц оперативники следили за 26-летним жителем Омска, отрабатывали круг его общения, изучали маршруты передвижения. В результате спецоперации из незаконного оборота изъяли крупную партию наркотиков – более 400 граммов курительной смеси. Установлено, что мужчина нашел поставщиков «Спайса» через интернет. Проводятся допросы свидетелей, назначены химические экспертизы, а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление каналов поставки наркотических веществ. До наркопотребителей не дошло более 400 разовых доз. На черном рынке эту партию оценили бы как минимум в 400 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела по ходатайству следователя заключен под стражу за незаконный оборот запрещенных веществ в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.